Всем привет! Давно меня не было с вами. Прошу прощения. Так получилось, что я болел, а делать видео с сиплым голосом и кашлем не очень-то и хотелось. Но сейчас я с вами, и сегодня мы поговорим про стрельбу с ОП, карты, на которых проще всего ее тренировать, и про типы игры с данной винтовкой. АВП – самая сложная по освоению винтовка в игре Counter-Strike Global Offensive. Ее принцип – убивать противника с одной пули, за исключением попадания противника в ногу. Для начала тренировки игры с АВП нужно научиться самому главному – попадать по противнику. То есть, мы будем тренировать наводку. Легче всего это сделать с ботами. Я предлагаю вам карту AIM Training Курс версии 1.5. Вам будет предоставлено пространство и боты, по которым вам надо будет попасть. Поначалу тренируйте исключительно наводку. Не надо стрелять без прицела или слишком быстро наводиться, как делают это профессиональные игроки. Ваша задача попадать как можно больше. И неважно, получается это сразу или нет. После того, как вы почувствуете, что ваша наводка становится сильнее, и вы начинаете чаще попадать, приступайте к фаст-зумам. Проще говоря, к быстрой наводке. Она отличается от обычной наводки тем, что вам не нужно тратить много времени, чтобы навестись на противника. Но есть и минус – попадать гораздо сложнее. Как только вы увидите, что быстрая наводка начинает получаться, то предлагаю вам поиграть на дезматчах. Там ведь как-никак живые люди, а не беззащитные боты. Постепенно, играя больше, у вас выработается реакция и самое главное – стиль игры. Вам нужно будет определиться, как вы будете играть – агрессивно, пушить и пытаться убивать противника неожиданно, или же ждать, пока он сам на вас выйдет. Каждому свое, тут главное не забрасывать. Постарайтесь перед рейтинговыми играми разминаться. Я не говорю, что дезматчи и игры с ботами главное. Они дают вам механическую часть игры – наводка, стрельба и так далее. А в миксах и рейтинговых играх вы приобретаете опыт. Без этого никуда. Прежде чем я закончу это видео, прошу прослушать важную информацию. На канале уже 12 тысяч подписчиков. Спасибо вам. В честь этого я открыл свой сервер TeamSpeak, он свободен для пользования каждому из вас. IP есть в описании к ролику. Также я начал набор в команду, так что если кому-то интересно, пишите в личку ВК. Спасибо за просмотр, увидимся в следующих видео и удачного вам дня.